Как вы думаете, что это за игра? А, точно. Сверху сбоку написано Чикенгур Ростер Рудей. Ой. Всем привет, с вами Соулбой. И сегодня мы играем в Чикенган. Представляете, Чикенган был 18 часов назад. Это примерно квандулиард лет. Я мог уже квандулиард лет сдохнуть назад, но мне пуфик. И сегодня мы будем смотреть на самые страшные сервера, которые называются вот так. Они самые страшные, самые опасные. Уже там одно говно. Говно, потому что сервера все называются одинаково. Смотрите, город мир... Куда-то я зашел. Сейчас узнаете, почему они все называются странно. Это система города, поиск, когда появится вот эта карта. Я не тут. Егор вышел. Помянем пацана. Очень ненавидит. Мужик, привет. Можете тебе дать по лбу? Стой. Я куда ты? Ты куда пошёл? А? Ты чё, кого-то прибил? На тебе за это. Вот. А! Зря. Сейчас первым тебя убивать, наверное. Может, если я возьму, что такое не опасно, мне не будет. А, да хватит на отопление тут делать. Отопление делать. Нам кучу, что тут все задохнулись. Ну, не... ну, вы, наверное, поняли. Так. Нам нужно самолета, вертолета, все то, что тебе надо. Это нам надо приземлиться на какое-то дерево. Желательно. Ну, вам, конечно, не очень получается. О! Хоть на крышу дома. Отлично. Теперь можно себе взять еду. Килограмм арбузов. А что случилось по килограмму? Килограмм тыкв. И достаточно. Никому эти тыквы не нужны. Я их не люблю кушать. Вот вам, поешьте. Я пока возьму себе пончиков побольше. Люблю пончики. Почти никогда не пробовал, но люблю. Давай, да. Чего-то недостаточно. 5 против 0. Лучок. Чесночок. Не очень вкусно, конечно, но сойдет, когда надо... Нас утопили водой, наверное, миллион человек просто за секунду. Нассали в одном месте, считай. Тут потоп! Весь город затопил. Макс может жить на крышах домов и деревьев. Пока воды больше не стало, это хорошо. Пока сидим еще все багет. Багет number one. Так. Ой, вот так вот. Аккуратненько. Фух. Багет не слетел с моей крыши. Ну, это же как за кого крыша, она просто негде жить. Ну, 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 ну. Фух. Я спас сыр. Как положить обратно. Так. Во, идеально, все. Мини запас еды. Не надо, не надо, не надо. Я хочу мир. И согласен. Ой, ничего, нормально, но можно было повкуснее. Да. Ягоды не люблю. Люблю персиковые. И кум. Заказывал. Ван Духман конкретно. Мороженое. Конкретно. Хорошо, если сейчас буду покупать. А что ты сыр косичку не купила? Вкусное мороженое. А! Эй-эй-эй! Вы что делаете? Вы тю-тю! Ты-тю-тю! 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 Это новый ты-тю-тю! Не поднимайся на мою смогу крышу. Все уже. Бутик. Да, пока с не надо. С маслом я не буду. А, с маслом? Каким? Да. О, было? Да. Давай. Настоящее масло, это маргарин. Ура, настоящее. Может, оно вкуснее будет маргарина. Значит, это же натуральный шоколад, а не заменитель шоколада, я думаю. А, это все в кетчупе. Помогите. Весь город в кетчупе. Что делать?
Надо ездить только через машины какие-нибудь большие, вот такие, например. Да ё-моё, это что, не знаешь, что я еду? Ну, надо хотя бы следить, куда вы идете, а? Тут человек катается. Ну, это за что? Не надо меня. Кстати, если вы подпишетесь на мой канал, то считай, у вас завтра будут одни оценки в школе. Все-таки не суббота, ладно. Если вы подпишетесь, поставите лайк, то завтра... Это еще... Маргарин больше нравится. Паста какой-то 17-литрный. Мне приторное нравится. Они какой-то полигонидин еще добавили. Это для вкуса. Да. Ну, в общем, я знаю. Если вы поставите лайк и подпишетесь на канал, то на Новый год у Дед Мороз отдали 15 айфон. Ну, если вообще, конечно, выйдет. Нет, еще только 14 есть вроде. За что? Читер. Петушок. На тебе в жопу засунуть петушок. Если что, я этого, если что, больше так не буду. О, ура, еда. Теперь же как вот это, только с шоколадом. Да. Маргарин был капельку лучше. Это еще с ванилем. Сделай ты мне. Ой, я как-то проскол, как-то прошел через текстуры. Да, бобусу надо. Кто не представляет, кто-то бобус. А кто не подписывается, тут амогус. Это че, моя новая хата? Нифига себе. Деревня тут не нужна. Это моя хата. На тебе. Ура, чипа нету. Вы издеваетесь. Теперь снег. Поменьше давай. Слишком много снега. Что? А? Тю! Трррррр. Ага. Да. Снег? Да, снег. Микробомба, честно говоря. А можно еще? Да, очень вкусное. Но маргарин был не настолько сладкий. А хотелось бы. Ну и, кстати, у нас тут снега высыпало. Нам не хватает снеговика. Ну, если бы снеговика, то будет скелетик. Припадет кушать мозги. С этой стороны, с этой стороны. И с этой стороны. Так, все. Теперь надо побыстрее варить. Пока на скелет не нашли. А, я уже один нашел сегодня. Жопа! 100% я! За что? У меня привел какой-то эскелет. О, еще один. Получай.
Да. Ты прибил мой морфер! А? Не выявил! Да. Тобой опять против нуле! Ой, да, давай. Вот. Снег уже нормально насыпало. Не то, что было раньше, слишком много его было. Ну, не хочу пачкать свои ботинки, поэтому буду кататься на каком-то козле. Нет, так просто снега слишком много, что я проваливаюсь. Петушок, давай. А, сиреноголовый. Начнёт всё сильнее засыпать снегом. Щит. О, теперь хотя бы видно. Я хочу, что снега готов много. О, уже лучше. Чем? Боржомой. Мама, а почему говоришь, что боржоми лечебная водичка? Соль пить можно? Обычную. Ну или морскую. Нежелательно. Жалко. Я попил бы. Что, морская соль слишком соленая? Угу. И можно максимум парить ноги с хаги-ваги. А, мне прибью. Упс. Ну, падаю, а. Ухом. Попкорна, дай. Мама, попозже, тоже наелся. Я не наелся. Давай, хаги-ваги. Киляй меня сколько угодно. Мне пуфик будет. А мне пу... А, все, хаги-ваги закончились. Тогда спавним картон котов. Тоже закончились. А вы издевайтесь, ведь все закончилось. Может, до этого? Нет, все закончилось. Уходим с сервака. Давайте сыграем в этой пару разочков. Ой. Адичка, а вот. Немножко запутался, потому что я миллион игр поудалял. Так. Коробки есть, коробка есть. Но там что было? Грандомет вроде. Грандомет это не страшно. Да, алло, дайте мне, дайте выбраться. Ну, давай. Походу до сих пор выбрались. Чё это ещё до сих пор я не вижу? А, блины, ничего. Что? Так, где? Я в маленьком детдоме. Есть коробка. Где коробки? А! Там кто-то есть. Коробка. Тут. О, повезло. Повезло. Один-дин-дон. Еще есть коробки? Не, их всякие боссы уничтожают. Давай. Чё? Чё? На тебе, читер. Я так и знал. Читы скачал, а потом стоит на месте. Я сейчас иду. Ладно, думаю, достаточно.